If you're love. Всем привет! И сегодня не будет никакого оффроуда, но будет обзор на один очень интересный автомобиль. И этот автомобиль даже не внедорожник. Меня зовут Роман, и я водитель этого грузовика. Это мой грузовик International. Модели 9200, комплектации Eagle. Я на нем, на этом грузовике уже отъездил 3 года и накрутил где-то около 500 тысяч километров. На данный момент этот автомобиль прошел 1 000 000 миль недавно. Характеристики у него не самые выдающиеся в сравнении с другими американскими грузовиками, но по нынешним современным и тем же европейским меркам достаточно хороший грузовик. Мотор здесь выдает около 500 лошадей. Коробка стоит Eaton Fuller 13-ступенчатая. Отличительная особенность этих коробок, то что у них обычная прямозубая передача. Из-за этого они некоторую шумность дают, но с другой стороны очень сильно повышается ресурс благодаря этому. У этой машины стоит 12-литровый мотор Caterpillar серии 2KS. Он однотурбовый и простой, без всякого EGR, без всякой экологии. То есть тут стоит обычный насос с форсункой, ничего сверхсложного нету. На данный момент мотор уже прошел более 1 600 000 километров и продолжает дальше работать. На пробеге 1 200 000 пришлось заменить распредвал, потому что он начал выкрашиваться. Такое часто случается, если вовремя не менять масло и ездить на очень больших пробегах. Мосты тоже стоят Eaton-овские, не самые крепкие, но вполне хватает этих мостов. Ну что ж, теперь самое интересное – это салон этого автомобиля. По сути, он самый обычный, простой. Сиденье от него подвески, и водительское, и пассажирское. Здесь амортизатор специально стоит. Кстати, точно такие же под кабиной стоят амортизаторы. Печка здесь стоит у меня по сиденьям пассажирским. Это конструктивная особенность именно интернационалы. То, что у большинства других автомобилей печка расположена в приборной панели, как у мной, как у остальных. Ну что, внутри машина сильно отличается от обычных европейских грузовиков. То есть тут много приборов для контроля над всеми параметрами двигателя или других элементов, скажем, пневмо, подвески или чего-то еще. Все сделано по-простому. Все, правда, кстати, блестит. Это вот отличительная американская черта, и мне это очень нравится. У европейцев такого нету, и мне это не нравится в этих европейских. Плюс ко всему много тумблеров для того, чтобы там включать необходимые узлы или отключать дополнительные их. Или принудительно. Также есть рация. Ну, у меня их две конкретно на этой машине. Вентилятор. Есть кондиционер, правда, в данный момент он пока не работает. Тахоров, это бортовой самописец. Пишет режимы труда и отдыха. Вот так вот он выглядит. Благодаря тому, что много приборов, можно сразу определить там неисправность и возможность уже доехать с этой неисправностью. То есть мы видим и нагрузку на подушке, получается. Раздельно обычная, ну, как два контура, получается, пневмосистемы. Тут также, кроме всего прочего, показывается и на панели приборов, и температура в коробке масла, температура в мостах, передний, задний мост, что очень сильно отличается от обычных грузовиков. Кроме этого, еще показывается температура выхлопных газов, и не только давление масла, но и температура масла, что очень сильно помогает летом, когда масло начинает сильно греться, то есть, чтобы не допустить перегрев мотора, можно принудительно включать вентилятор. Кроме этого, отличительно еще отличается, то есть, тут еще температура от окружающего воздуха, но это на многих европейских грузовиках есть, и степень засоренности воздушного фильтра, там вот планочка, она внутри двигается, если ее нажимать, желтая, то есть она поднимается вверх. Ну, это как бы сиденье на пневмоподвеске, кроме этого, она вперед-назад двигается, здесь еще есть фиксация, вот, чтобы она не двигалась.
И вот так вот она двигается. Сделано это для того, чтобы суставы себя лучше чувствовали. То есть у водителей у многих проблемы с суставами с годами появляются. Здесь эта проблема вот таким вот образом решается. То есть когда едешь, машину покачивают, и неизбежно все равно колени двигаются уже более подвижные. Кроме этого, здесь еще есть другая настройка. Можно поворачивать седло, сиденье, то есть вот так вот разворачивать их. Подлокотники есть. Ну, это вот комфортный американский слипер обычный. То есть тут не самая высокая кабина здесь, как мы видим. Чуть-чуть еще остается до потолка, до конца. Тут у нас еще одна полка для того, чтобы можно было отдыхать двум водителям. Она раскладывается. А это кровать, а как она, полуторка получается. То есть тут полностью можно лежать абсолютно комфортно. Кроме этого, еще ширина слипера большая. И тут еще постоянно сумку с вещами ложу. Потому что поездки обычно не короткие, не долгие. Я езжу на очень большие расстояния. То есть у меня минимальное расстояние получается в одну сторону только. Это минимум 2500 километров. Поэтому всегда с собой сумка с одеждой, со сменой. Которую, кстати, на многих северных тракстопах можно тут же, получается, эту одежду постирать, если там надолго застреваешь в рейсе. Провожу я в этой машине очень много времени. Ну, как минимум неделю в месяц, а, ну, бывает и больше. Бывает и 2 недели, даже до 3 недель доходило в месяц. Но это не очень хорошо, конечно. Поэтому здесь очень много комфорта сделано для того, чтобы во время простоев, ну, комфортно можно было пребывать. То есть здесь есть холодильник фреоновый, и он, кроме этого, имеет морозилку. В данный момент я ее выключил, потому что машина стоит. То есть сюда я, если куда-нибудь, скажем, в порт заезжаю, я покупаю на 3 дня продуктов минимум, потому что бывает, начинается шторм, и сходить за продуктами просто, ну, некуда, никуда не сходишь, пограничная территория никуда не выпустят. То есть покупаю продукты, я никуда не бегаю, не хожу, и проблем у меня с этим нету. Кроме этого, у меня здесь есть плитка обычная газовая. Газовый баллон здесь глубже стоит. Чайники есть, кастрюли. Ну, в этом ящике сковородка, кастрюли еще есть. Я редко достаю, потому что я стараюсь не готовить. В прошлой машине я готовил, и мне не понравилось то, что приходилось очень часто отмывать салон от жира и копоти. Столик открывается. Кроме этого, я на этот столик обычно ложу ноутбук. Сейчас у меня его нет с собой. Подсоединяю кабель, вот HDMI. У меня получается изображение выводится вот на этот телевизор. То есть я могу по нем не только телевизор смотреть, но и также смотреть любые фильмы, которые скачал с интернета. Здесь у меня еще есть библиотека. Ну, люблю я почитать. Это «Граф Монте-Кристо», «Ярослав Гашек», «Похождение бравого солдата Швейка». Кроме этого, много литературы, связанной с технической частью, то есть там по мотору, по электрике, по проводке, карты. Я, кстати, предпочитаю именно старые карты, бумажные. Они лучше сделаны, более подробные, и тут интереснее. То есть я брал современные карты, очень часто даже федеральные дороги, они обозначены, как все остальные, и тяжело понять, куда ехать и что делать. Бывали такие случаи, когда приходилось останавливаться, брать эту старую карту, которая, кстати говоря, как уж она года. Брать старую карту эту и показывать водителям, куда им ехать, потому что навигатор не всегда ведет правильно. Бывает очень много случаев, когда он ошибается или заводит вообще не в ту сторону. Как уж она года. 2007 года карта. Но это еще по старым картам сделано. Тут в 2 ряда книжки, то есть, ну, тут много. Если я... Бывает, и телевизор надоедает, и интернет, тогда я начинаю уже читать обычные книжки. Это очень интересно, на самом деле, многие об этом забывают. Кроме этого, у меня тут еще запас. Здесь вот 20 литров воды, как минимум, всегда. Это обычная вода родниковая, здесь же мусорка, потому что вообще мы, коллективно моих друзей и я, мы очень презираем многих водителей, потому что они ведут себя как свиньи на стоянке. Где покушали, там покакали. Это так не делается. У нормальных водителей всегда должна быть мусорка. И во многих современных грузовиках она даже стоит штатная, но никто ею не пользуется, все тут же все выбрасывают в окно зачем-то. Не знаю зачем. Кроме питьевой воды, есть вода обычная, чтобы помыть руки, помыть посуду. Она у меня в канистре здесь вот с краником. То есть в случае необходимости я могу поставить или на сиденье, или сюда опять же, и помыть там руки. Поставим вот такой вот тазик обычный. Особенно актуально это в мороз, когда нет желания выходить на улицу, чтобы почистить зубы. Это очень комфортно в такой машине. Здесь у меня буфет, так сказать, он печеньки всякие, чай, кофе. Ну и принадлежности всякие. Там, и еще иногда супы вот с собой на всякий случай их вожу, потому что есть много мест на севере, где связи нету, и ты сам себе предоставлен. И
все равно может оказаться так, что никого поблизости не окажется, тогда в этих случаях они выручат эти супы, потому что никаких условий специальных для их хранения не нужно, и в любой момент их можно приготовить. Кроме этого, здесь вот у нас есть еще пульт дополнительный. Здесь сейчас его, к сожалению, плохо видно. Вот так вот мы сделаем, его будет видно. Это пульт автономного отопительного управления. То есть я когда зимой стою, у меня включается, запускается специальный автономный отопитель, он работает на дизельном топливе. У него потребление очень маленькое, там, грубо говоря, 1 литр или даже меньше литра топлива в час. Этот автономный отопитель, то есть я мотор глушу, и у меня он подогревает салон. А вот здесь вот его сопло как раз выходит, вот оно. Отсюда дует горячий воздух. Здесь вот видно, чуть-чуть даже расплавилось, когда слишком сильно салон промерзал, и первый момент пуска автономки для того, чтобы нагреть салон. Это розетка на 220 вольт. Здесь вот у меня стоит инвертор на 800 ватт, и хочу еще один поставить на 1500 ватт для того, чтобы поставить микроволновку. Как бы хочется еще больше комфорта, это уже как избалованному гурбану становится все мало и мало. Кроме этого, от этого инвертора я развел розетки, она не только здесь, но еще и здесь на стенке, для того, чтобы телевизор запитывать. А то, что есть всякие куча кармашков, здесь получается. Здесь я об этом вообще как бы не говорю, американцы это обычное дело, то есть это практически у всех. Здесь есть также еще вот такая замечательная вещь, они, кстати, толстые шторки, вот так вот они закрываются на липучках. И получается, если зимой сильный мороз, они создают дополнительное утепление, получается, теплее в салоне, если долго стоишь. Сейчас вот летом получается на севере полярные ночи, и тоже очень сильно выручают. Раньше я как бы по молодости не обращал внимания, а сейчас практически невозможно. Ты сильно устал, а уснуть не можешь, потому что яркий свет. Зашториваешься полностью, и вот так вот шторки эти закрываешь, и можно спать уже комфортно. Здесь есть отдушина еще одна. Вот так вот она открывается с сеткой специально против комаров, против всяких мошек. Кроме этого есть светильник, чтобы читать ночник. Здесь второе управление еще одной печкой есть. Обычно у большинства американцев есть два радиатора, две печки в буквальном смысле. То есть одна находится в приборной панели, а вторая печка находится, по-моему, в правом ящике там под спальным отсеком. В этой машине чуть-чуть по-другому сделано, это фишка интернационала. У него обе печки находятся под пассажирским сиденьем и сделан лишь развод воздуховодами назад-наперед. И это вот в заднюю часть управления отсюда можно вот делать. То есть, когда мотор работает, если мороз очень большой, и нельзя машину глушить, скажем, минус 30 или минус 40, тогда не надо каждый раз ходить и подправлять температуру, если она меняется. Кроме этого, здесь вот есть управление еще магнитолой. То есть можно, если слушаешь радио, можно менять частоту радиостанции или режим ее. Здесь также включается еще дополнительная сеть, скажем, это прикуриватель включается, который находится в ящике. То есть можно отсюда лежа прямо включать подзарядку телефона в случае необходимости. У меня обычный телефон использую как это называется, модем получается. То есть он Wi-Fi мне раздает, когда ноутбук лежит на столе. И в случае, если он садится сильно, он же подает сигнал. Я не встаю даже, тут же раз нажимаю клавишу, и у меня пошла зарядка на этот же телефон. Здесь в холодильник включается также отсюда. Ну и громкость музыки. Это надо Паша потянет ее спереди. Паша, иди сюда. Там пружины должны стоять, две штуки. Не тренирую. Кабачок самодельный. Как где самодельный? Ты что, тут все штатное. А, вот это да, здесь ты брал. Это мотор Caterpillar C12, как я уже говорил, 2КС серии. Это фильтр-сепаратор. Для того, чтобы отсеивать всякую грязь, и вода оседает внизу. Здесь вот специальный краник есть для сброса ее. Эта конкретная машина собиралась для работы в более средней полосе. Хотя и собиралась для Канады, для компании Brookville One Carriers. Она таскала фургоны длиной 53 фута. Сейчас она таскает другой прицеп. Ну,
тоже американский. И что я хочу сказать, здесь был подарил по обратке, получается, сейчас он переделан, здесь подарил идет антифризом, то есть от обычной системы охлаждения. Это у нас бачок получается. Скажи, зачем там вилочка висит? Гидроусилитель руля со щупом. А где вилка? Ну, это? Это ПТН стоит под ОРФ, получается, на топливо перед пуском. Если сильный минус, надо запустить мотор, то мы пользуемся этой вилкой. Некоторые говорят, то, что каму боязно ставить наперед, но на самом деле это практика моя показала, то, что это один из лидеров. У нее очень хорошая износоустойчивость, кроме этого, она дает очень хорошее зацепление в гололед. То есть, когда скользкая погода, перепады температуры, я на этой машине как еду 90, так и еду дальше, не сбавляя ход. В то время как многие другие автомобили сбавляют ход и едут там 80-60, в зависимости от ситуации дорожной. В гололед, у меня даже пальцы сейчас не цепляются. Не, серьезно, это мой до резины цепляется. Ни одной ничего. Ну это вот аналог АТ. Знаешь, что лучше дает? Лучший показатель, самый лучший лидер у меня показал, это Бриджстоун. Бриджстоун реально, блин, гололед вообще. На нем хоть 140 едь в поворотах, блин. Вот это уступает, конечно, где-то километров на 6 час ниже. Получается. Сколько максимум ты ее разгонял, эту машину? 154. Давай посмотрим лучше, я не помню. Тут написано. Блокнот записал? Нет, смотри. Иди сюда. Протокол. 151,9, вот максимальная скорость. Тренировался. Пытался. Готовился к оффроду, но, к сожалению, как-то вот, ну, не то. Резина не позволяет. Правда, зато клиренс, смотри, он все время, смотри, по колено. Бордюры я не боюсь вообще. Впрочем, как и легковых тоже, есть которые выскакивают. Да, межосевая блокировка есть у данного автомобиля. Между задними осями. Да, между задними осями получается у нас гребут два колеса. К сожалению, на этом автомобиле нету больше, но на другом автомобиле у меня была еще межколесная блокировка. Все четыре колеса гребли. И УАЗиков всех делал. УАЗиков-то всех делал, но реально на такой блокировке сыкотно ездить, потому что у меня был случай, я выбрался на горку, только выскочил, перелом прошел. Я шел, получается, дорога стала поворачивать, но, и я повернул руль, но машина как трактор пошла прямо. Я еле успел эту блокировку выключить, чтобы во враг не скатиться. Это зачем так, что у тебя неисправно все? Все плохо. На самом деле это американцы, они очень практичные люди. Они сделали стойки эти на подпружиненной основе. То есть в случае мелкого ДТП она просто отгибается и человек упирается в колесо. И ничего, никакого ущерба в машине не происходит. Кроме этого, здесь есть еще седло на салазках, двигается оно вперед-назад. То есть если больше, чем надо, наперед загрузил, можно передвинуть седло на салазках вперед. Из кабины нажимается тумблер, с прицеп ставится на ручник, точно та же отдельная кнопка, и седло продвигается вперед парами. То есть так можно с двух осей где-то почти тонну снять веса и перекинуть ее на переднюю ось. Ну а дальше все обычно получается. Это для рефрижератора свой бак автономный, то есть он дизельным топливом питается. Это ящик, который прошлый владелец сам поставил, его здесь не было изначально. Кроме этого, здесь есть дополнительный габарит и поворотник, он же воедино, то есть тут двойная нитка накаливания идет. Здесь тоже сам поставил прошлый владелец корзину под вторую запаску, получается, хотя там вот на той стороне штатная, в принципе, их хватает и так. Как мы видим, кстати, у прицепа нет абсолютно рамы. Конструктивная особенность этих прицепов, нету рамы, и благодаря этому вес прицепа всего лишь 7 тонн. Хотя это рефрижератор, и он очень, стенки такие очень теплые. Специально есть подрамник, здесь мы видим пальцы, можно нажать рычаг вверх и передвинуть телегу все полностью в сборе назад, она отодвигается. Делается это в тех случаях, когда мы назад положили слишком много груза, тогда телега отодвигается назад, и часть груза перебрасывается вперед. Царство алюминия и пластика. Задние стенки, как многие говорят, вот, делаются блестящими, чтобы была красота, но на самом деле это делается из практики. К такой двери невозможно подъехать на дальнем свете из-за того, что вы как в зеркало сами себя слепите. Диски тут стоят алюминиевые, так сказать, литье. Этот просто тут ремонт был мелкий, еще не все отмыто до конца. Ступицы наливные, то есть тут вот масло налито и специально вот. По центру, кстати, некоторые, когда заливают больше, чем надо масло, по центру есть маленькое отверстие для того, чтобы сбрасывать давление. Некоторые болтом его залепляют, говорят, масло вытекает, потому что заливают через эту пробку, а эта пробка на самом деле сливная, и уровень должен не превышать заливное отверстие вот этого. Рэд, а где дальнобойщики вообще какают? В лесу, как все нормальные люди, на свежем воздухе.
А если на базе приспичило и кругом камеры? Не, ну на базах обычно есть туалеты, получается. Но если бывает такое, что по малой нужде надо отойти, тогда можно воспользоваться вот этим закутком. А он все сам смывает. Ты ссылаешься на этот шланг? Да, это все он. Я на сабаре хотел. Приподнял там. Да, в салоне такой. Я на сабаре хотел так сделать, но я очковал, что я ее в один прекрасный момент верну обратно, она не вернется, и тогда меня... Мы кино снимаем. Я однажды пожалел машину, не заехал на горку. После этого приехал 4-литровый бензиновый Прадо и покорил ту же горку. И сегодня я плюнул на все и на всех, приехал. И мы должны разрешить этот спор раз и навсегда. Вы договорились с бензином, да? Да. На кону очень большие деньги, поэтому надо не подвести.